С раннего утра в фонде «Дорога к дому» специалисты принимают ценный груз – подарки к Новому году для детей из кризисных семей. Сегодня заканчивается ежегодная благотворительная акция «Подарок каждому ребенку». В этом году для удобства бронирования был создан сайт с желаниями детей. Акция стартовала 12 ноября. На сайте были размещены 675 желаний детей. И они разлетались буквально как горячие пирожки. Цифры менялись каждую секунду. Счетчик на сайте показывал все меньше и меньше подарков. И все подарки были разобраны уже за 2 недели до окончания акции. Сталеплавильное производство металлургического комбината участвует в акции каждый год и сразу бронирует большое количество подарков. За 7 лет работники исполнили самое заветное желание более 600 детей. Мы понимаем, это неравнодушие, это поддержка. Тем более, эта акция у нас организуется в канун Нового года. Мы все мечтаем о маленьком волшебстве, о маленьком чуде в канун Нового года. И особенно, наверное, детишки, которые оказались в такой жизненной ситуации, нуждаются в этом подарке. И поэтому мы с такой теплотой, с такой любовью, с такой душевной поддержкой каждый год участвуем, каждый год привозим сюда подарки. Еще одна машина с подарками, на этот раз от прокатного производства, приехала к зданию фонда «Дорога к дому». Для прокатчиков участие в благотворительных акциях тоже стало доброй традицией. Производство плоского проката и плоский прокат в частности всегда участвует в подобных акциях. Буквально пару месяцев назад мы уже приезжали сюда, помогали детям собраться в школу. Вот. Новый год – это очень важный праздник. И мы считаем, что все обязательно должны его отметить, что дети должны получить свои подарки, чтобы родители увидели на лицах детей улыбки, чтобы дети радовались этому событию. Ну и мы не можем просто оставаться равнодушными, и поэтому мы собрали от всего коллектива вот подарки детям. Всего в этом году будут выполнены желания 989 детей. Из них 635 – это семьи из Череповца. Остальные – из регионов присутствия компании «Северсталь». Доставка подарков до маленьких адресатов начнется уже 23 декабря. С Новым годом! Светлана Валивач, Александр Беспалов. Новости.